Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 18 января 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги, в городе не звучало никаких взрывов, за область тоже ничего не сообщали, за исключением той информации, которую я давал в вчерашнем своем видео, когда жители области слышали взрывы, доносящиеся с Николаевской области, с Очакова, потому что Очаков был под обстрелом. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Присутствует очень высокая угроза нанесения очередного масштабного ракетного удара, поэтому огромная просьба ко всем, кто меня смотрит, реагировать на сигналы воздушной тревоги. Я на связи, как будет появляться какая-то информация, сразу же буду сообщать. Относительно света, в Одессе продолжает действовать аварийное отключение света. Вот, но свет, слава богу, включают не по графикам, вот, но тем не менее свет есть. Всем мирного неба, всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.